Всем привет! Вы на Флагман ТВ в рубрике «Рыболовные фишки». У меня очень часто спрашивают, как правильно привязать оснастку, крючок и даже банальные такие вещи, как петлю. И вот пока зима, уже сезон открытой воды закрытый, а еще лед не стал, хочу с вами поделиться более детально над каждым моментом. Это будут постепенные видеоролики, которые будут показывать, как правильно связать крючок, петлю, оснастку, про кормушки поговорим, про шнуры, про лески, про катушки, про обо всем, что может принести результат и на чем необходимо остановиться. В этом выпуске я хочу с вами поделиться самой ценной информацией для фидериста и поплавочника. Это как правильно привязать крючок и что для этого необходимо. Итак, для того, чтобы связать поводок, нам необходимо всего лишь крючки, лески, петлевязы, крючковязы и ножницы. Итак, есть несколько основных особенностей. Так, берем крючки. Первый попавшийся взял Ларанка Классик 12 размера. Чуть крупнее размер. Крючковяз. Зажимаем его в губки, вставляем. Зажимаем так, чтобы было полностью жало наше покрыто. Взяли. Есть основные особенности. Леску надо положить бобинку так, чтобы она была как-то зафиксирована. Для этого у нас будет кормушка утяжелеющим грузом использоваться. Итак, берем сантиметров 5 лески. Вот примерно на ладошку ложим запаса. Я позже покажу, зачем она нужна была. Параллельно крючковяза проводим леску, оборачиваем до крючка и делаем обороты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть оборотов с половиной. Потом необходимо нам этот отрезок лески, который с запасом, обернуть за первую часть и закрыть. После берем потихоньку связываем за основную леску и доводим до ушка. После того, как здесь немножко затянули, отпускаем наш зажим и тянем за основную леску. Вот у нас прошел завязанный узел. Но он еще не совсем связанный правильно. Необходимо взять за этот часть крючковяза и затянуть. Но затягивать, опять же, надо не просто потянуть, а затянуть так, чтобы была леска внутри крючка. И все, наш крючок связан. Необходимо еще немножечко отрезать. И все, все готово. После этого нам необходимо отмерить расстояние нашего поводка под поводочник. Для примера свяжу поводок длиной 30 сантиметров. За первый колышек цепляем, проводим до размера. Вот нам необходимо сделать поводок вот такой вот длины. Не всегда получается, если мы будем пальцами вязать, не всегда получается сделать точный размер в точном месте. Для этого у нас есть петлевяз. В том моменте, где нам поводок какой длины, переламываем леску на указательный палец и отцепляем. Воспользуемся большим петлевязом. Петлевяз, вот тут сдвоенную леску ложим на петлевяз и делаем оборот. Раз, два. В петлевязе есть вот часть, в которую необходимо продеть нашу леску и затянуть. Затянули, но леска у нас теперь есть и внутри петли, и с верхней части. Для этого нам необходимо стянуть аккуратно, так чтобы не упала леска, и затянуть. Наша петля готова. Также само отрезаем, цепляем петельку и цепляем крючок. Полностью готово. Тем, кому будет тяжело освоить вязание крючковязом или хочет все-таки вязать пальцами и ничего больше не применять, я покажу тоже как. Я вяжу крючок без крючковяза. Это в основном используются крючки уже с ушком, но я вам покажу на примере крючка с лопаткой.
Нам утяжеление для лески не нужно. Берем отрезок лески. Делаем небольшую петлю. Прилаживаем крючку. У нас должна быть внизу петли та часть, которая идет на основную леску, а верхняя часть, она должна быть, которая отрезок. Держим петлю вместе с жалом крючка двумя пальцами левой руки, а правой рукой делаем обороты вокруг цевья крючка. Раз, два, три, четыре, раз, четыре, пять, шесть. Теперь отрезок лески берем, просовываем в петлю, затягиваем и необходимо немножечко стянуть. Так же самое отрезаем крючок как можно ближе к узелку, чтобы не отпугивало, наверное, рыбу. Отмеряем нашу длину и точно так же воспользуемся петлей вязом. Всего лишь секунда, и петелька готова. Вот получился у нас более толстый крючок и более тонкий. Таким образом, за просмотром любимых передач на Флагман ТВ вы сможете навязать себе много поводков, которые вам весной, летом будут помогать ловить больших трофеев и маленькую рыбку. Для этого вяжите разные крючки с разными диаметрами лески и с разной длиной, потому что на рыбалке необходимо быть всеоружным и готовым к любым условиям. Иногда и 30 сантиметров нужен, и метр 20, и диаметр 2,08, и диаметр 0,2 на крупного леща и сазана. На этом все. Смотрите на Флагман ТВ, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.